Незаконный факультатив. Правоохранители пресекли деятельность борделя, в котором подрабатывали студентки запорожских вузов. Организаторам публичного дома грозит до 5 лет лишения свободы. Этот интимный бизнес был поставлен на широкую ногу. Под вывеской массажного салона – настоящий оазис для любителей клубнички. Уютные помещения и девушки на выбор. В поисках новых тружениц на Ниву секс-услуг хозяева борделя даже давали объявления. Оперативную информацию о публичном доме в Жовтневом районе правоохранители, по их словам, получили относительно недавно. После проверки решили наведаться по адресу. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в салоне работало 8 девушек, большинство из которых являются студентами запорожских вузов, которые под видом предоставления эротического массажа осуществляли с клиентами развратные действия. Правоохранители установили, что в зависимости от вида услуг этот салон за один сеанс получал от 200 до 1200 гривен с клиента. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к незаконному бизнесу. Санкция статьи, по которой ведется досудебное следствие, предусматривает широкий спектр наказаний, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.